Доброе утро, мои дорогие. Вот сейчас 7 утра. Я уже с 6 часов по Вайберу набираю Иру. Думаю, они же уже в Москве, в аэропорту Wi-Fi есть. Никак. Вот сейчас 7. Дозвонилась наконец-то. Вылетели же ночью в 3 часа. Не спавшие. Гриша спит у нее, у Иры на плече. Егорка ест чего-то. Через час у них вылет к нам в Симферополь. Ой, такой переживательный прям день. У нас что-то холодно. Что-то никак. Вот было тепло, а теперь вот 9. После дождей этих прям. Ну ладно, буду ждать теперь, когда в Симферополь прилетят. Вот. Виктор их встретить не может, потому что у него нет детских кресел. А так он боится везти. Ну ничего, они прилетят, багаж получат. И будет автобус прям до Черноморска. Приедут. Устанут, конечно. Ну, наверное, поедят, да и спать лягут. Вот. Ну ладно, пойду ждать. Ну, пойду ждать, это я. Все чего-то убираю, доковыряюсь. Ой, надо Витю просить. Трава какая выросла. Колосится. Надо ему позвонить, чтобы приехал. Все это дело скосил. То прям полное безобразие. Ну вот через 15 минут мои сядут в Симферополе. А у нас все холодней и холодней. Какие-то тучи. Ой, люди едут в тепло. А может, это они нам просто холод везут из Мурманска? Ну ничего, уже немножко осталось. Ну ужас какой-то. Я сейчас ковырялась на улице в воде. Руки прям замерзли. Ужас какой-то. Вот так вот. Погода какая тоже переменчивая в Крыму. То 20 тепла, то 8-9. Что это? Ну ладно, жду. Ой, ну жду. Уже Толик позвонил, говорит, все, в путь пошли. Что они там в пуде в этом покупают? Я уже им все приготовила. Лошадки гуляют. Ветер сегодня сильный. Тут как-то нет. Вон задувает. На чего гуляют? Поэтому холодно. Ну где они? Я уже все глаза проглядела. Уже позвонила, говорят, подъезжаем. Толик сегодня на другой машине. Здравствуйте, товарищи, с яйцами, главное. Что ж ты думаешь, у меня яиц нет? Откуда я знаю? Вот и мы приехали. Ой, привет. Здравствуйте, товарищи. Ну а что, целоваться-то будем, нет? Бабайка, Егорь, балайку убил. Дай поцелую у тебя. Ой. Я тебе сожалею, что отсюда все автоматы вывез. Вот видишь? Зато УЗИ есть. Ну, это что ладно. Ну, что, как вы долетели-то? Доехали-то как, Гриш? Хорошо. Хорошо? Хотя я еле доехала.
Да чего? Я видела, как ты спал у Иры на плече в аэропорту. Ой, мой розовый чемоданчик приехал. Это Егоркин, он у вас по традиции. Спасибо, Толик, пока. Надо ведь тратить. Еще и денежку надо дать. Ой, ну ладно, слава богу, доехали. Ну что, пойдемте, чего ты? Собирай. Времени тратится на застегивание и расстегивание пуговиц. В костюме торопышки не было отдельных рубашки и брюк. Они были соединены в одно целое, на манер комбинезона. Этот комбинезон застегивался сверху на одну кнопку, которая... Дай быть здоров. Была на затылке. Я сегодня новости утром смотрела. Сегодня большой праздник для Крыма. Да 230 ладно. Лет назад Екатерина присоединила Крым к России. Вот так вот. Ура, товарищи! Берез тут мало совсем вообще. Беленькие. Ой, какие! Какие красивые! Он там тоже розовый. А люди здесь сажали фикус как-то. Да? Он засвинуло погиб. Прям был такой фикус хороший, большой. Погиб, наверное, зиму не пережил. Вон какие. Ой, какая красота. Ой, мои дорогие, смотрите. Сирень. Ой, как здорово. Вон какие. Какие цветочки. Вот дети купили сами себе тетрадки, зубные щетки, пасту. Ну и, конечно же, надо же чего-то, да? Ну, кубик, рубик, это полезно. Это. Конечно. А Егорка фонарик. Да, они не будем страдать от того, что в комнате... Вечер. Да. Ну, в комнате-то свет горит, а на улице-то... Я сейчас включу свет. Без экрана. Довольный.